Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня с Серегой будем пробовать на карьере ловить на спиннинг. Думаем, окушка может поймаем, щучка может быть будет, она тут есть точно. И окунь тут есть. И окунь тут есть хороший, я знаю, знакомый ловил здесь в том году. Сегодня мы решили тоже приехать попробовать. Я взял с собой две палки сегодня. Один будет у меня спиннинг с воблерами, а второй ультралайтовый на джиг буду пробовать ловить. Посмотрим. Вот тут что-то плескается уже у нас. Подходов, конечно, нету. Но здесь... Для полети, да. Угу. Пойдем, тут такой красивый, может там попробуем. Давай. Разложиться. Ладно, мы пойдем туда, попробуем там разложиться и включимся. Ну вот, наконец-таки сделал первый заброс. Глубина здесь хорошая. Главное, чтобы там травки не было на дне. Тогда можно ловить, потому что здесь ее очень много возле берега видно. Посмотрим, как там будет подальше. Так. Немножко неудобно закидывать, но это ничего. Вон траву цепляем. Поставил офсетник, потому что не знаю, какое здесь дно. Что здесь, как тут. Поэтому с офсетником будем проверять, а потом уже можно будет и открытый крючок поставить. Ну ладно, ловим. Надеюсь, что МД поймаем сегодня еще. Да, глубинка хорошая. Грузик у меня 7 грамм. От Днепра свинец стоит. Проходимец, вроде, если не ошибаюсь, называется. Ссылка на товар, где можно приобрести этот свинец, будет в описании под этим видео. Но мы пробуем ловить. Так что эта катушка мне не нравится. Это хорошо. Так, трава. Ладно, как что-нибудь допоймаем, включимся. Тут нашел вот такое озерцо, ну это карьер получается тоже. И на первой проводке был ударчик. Но не засекся. Ну вот такое вот небольшое. Но глубинка тоже вроде бы есть. Надо было все-таки брать спиннинг с 1,9 тестом. Это 5. Ох ты, что такое? Ну-ка, ну-ка. С 1,9, чтобы маленькие резинки ставить с легким грузиком. Ага. Два ударчика было здесь сейчас. Два ударчика было. Угу. Так а почему-то... Ну, у меня стоит офсетник, и, блин, с офсетником тяжелее засечь рыбу. А вот и первый кусок у нас. Ой, какой красавец. В этом же месте, где два удара было. А? Да? О, какой красавец. Смотрите. Мы его сейчас отпустим. Сейчас я сделаю фоточку и отпустим его. Ну все, фотки сделаны. Повторюсь, они уже будут сегодня у нас в инстаграме моем. Ссылка на инстаграм тоже в описании. А мы этого красавца отпустим. Давай, плыви, малек. О, шустрый такой, спасибо.
Ладно, будем ловить дальше. Ну, уже разловились. Уже приятно. Это называется, выключил камеру и одну поклевку вы видели до этого. О, ах ты, ёшкин кот! Что-то было хорошее. С таким ударом, блин. Это что-то было хорошее, что ток у нее есть крупный. Это было похоже на него. Казалось бы, такая лужа маленькая. Ну, не, рыба есть. У нас все любят ездить на реку, на Венту, на море, на рыбалку. Вот про такие озера, карьеры люди забывают. Что довольно хорошо, потому что ты можешь потом приехать половить здесь. И будет рыба. Так, это интересно. Тут, блин, поклевки есть. На большом карьере поклевок не было. Там, правда, и одна точка была, где ловил. Ничего. Мы еще и здесь, и там попробуем. Хорош. Ну, небольшой тут. Щучка. Вот кто здесь у нас хулиганит. Ладно, ее тоже мы сейчас зафоткаем и отпустим. Такую бы красавицу. Тише, ну тише, не надо. В аквариум бы запустить. У меня есть одна цель, мечта — взять аквариум на литров 500 и запустить туда нашего хищника, такого как окунь. Щучка такая мелкая. Ну все, плыви. О, стоит. Пошла, красавица. Спасибо. Ну, это уже интересно. Интересно. Так, щучка, кусок есть уже. Уже хорошо. Что, может, в этой луже рыба не вырастает большой, но должна быть крупная тоже рыба здесь, больше чем уверен. Поэтому будем пробовать искать ее. Ты выключишь камеру, блин, сразу же. Ну, не сразу же, но есть поклевка. Так, ты мне только не откуси, красавица. Ой, так. Это уже чуть побольше по сравнению с той. Давай свечку. Он не хочет. Ну, тише, тише, тише.
Это уже покрупнее немножко малышка. Вон какая. Ладно, сейчас надо отцепить ее, достать. Спасибо, красавица. Ушла торпедка. Спасибо. Стали на новом месте. Тут уже у нас большая вода. Блин, солнце в лицо. Тут вон такой карьер уже больше у нас. Попробуй, тут глубина сразу чувствуется, что гораздо больше. И попробуем здесь сейчас половить. Тут может быть и покрупнее рыбка будет. Так, солнце в лицо, наверное, будет плохо видно вам. Вот так лучше. А, травка, наверное. Да, тут возле берега уже трава уже идет. Ха, возле самих ног увидел, как выходил. Вон они, какие голы. Да. Да я смотрю, с травы вытаскиваю, и он выходит. И двое пошли их. А-а-а. Один первый заклотил, второй недоуспел. Значит, рыба активная, Серега, надо ловить. Через такие дебри и проходим. Все, ходим, бродим. Блин, столько вот рыбачил сейчас там. Не знаю, ну где там, вот, на том краю. И тут вот весь участок мы прошли. И не ловили даже, потому что не подойти нигде. И тут это как-то не закинуть нормально. Ну ничего, что делать-то? Такие вот окошки находим, пытаемся в них встать. Что-то да поймать. Да, глубина здесь, блин, он только сейчас утонул. Камеру выключишь, и вот происходит поклевка. Ну, это щучка небольшая. Идет торпеда, пасть открыла. А не, это окунь. Ого! Смотрите, какой... Ой, иди сюда. Иди сюда, красавец. Смотрите, какой красивый окунь. Так, моя коленка в кадре. О! Это, блин, довольно приятный. Тихо. Смотрите, какой. А, красавец. Открывай плавники свои. Ну, супер. Супер. Его мы точно сейчас зафоткаем. И отпустим. Ну, вон такой у нас басик. С карьера. Какой красивый. Давайте его отпустим. Давай, красавец. Спасибо тебе. Все, ушел. Спасибо. Что-то еще взяла. Кусок, наверное. А в траву завел. О, вышел. Тише, иди сюда. Вон
красавец какой. Как свои перья распустил. Вот у него какая раскраска красивая. Хочет черная. Ну что ж ты там? Ну какой боец. Давай, плыви. Спасибо. Не успеваю заснять, блин, кидаю. Поклевок нету. Включаю камеру, на, поклевка, и вот приходится включать уже, когда вытаскиваю его. Сейчас попробуем не выключать камеру. Рыба и окунь у нас стайная, может быть, еще возьмет. Тут вот трава на дне, бывает тут зацепишь, метр какой-то протаскиваешь просто, чтобы тут пучок травы обойти. И вот происходит поклевка. Вон опять трава у нас пошла. Ну, как и говорил, включил камеру и ничего. Здесь помню в детстве. Часто приезжали сюда раков ловить, на этот карьер, это все берег обходили весь. Смотрим на спидинг, блин, его очень давно не рыбачил. Ну, как показала рыбалка сегодняшняя, рыбка тут есть, надо ее ловить. Местами не подойти, но... Как по-другому? Это рыбалка. Вообще как бам. А камера же включена. Как же будет поклевка? Ты камеру выключишь, тогда поклевка. О, трава. Он и Сереге тоже кусок взял. Так, кусты, деревья. Он какой красавец. Чином? Ну да. Да, пускай красиво уходит. Да, классно было. Зафоткаем Сереге и отпустим. Ну все, Серега будет тоже отпускать такушка. Да. Клади спиннинг аккуратней. Стартанул. Красавец. Ушел. Ладно, будем заканчивать рыбалку. На сегодня хватит. Отловились вроде бы неплохо. Кушок, щучка мелкая была. Пару кушков достойных. Ну, для разведки. Проходили сегодня, конечно, очень много. Для разведки. Первый раз, я говорю, давно тут не рыбачил на спиннинг. Довольно неплохо, значит, половили. По итогу, если смотреть. Я думаю, сюда еще вернусь. Потому что вот на том мысе, где вы видели уже, когда окунь хороший был. Там вот надо будет попробовать на дропшот половить. Я, конечно, на дропшот не умею ловить. Не ловил даже, вернее, ни разу. Может, умею, просто не ловил еще. Я думаю, как-нибудь еще сюда выберусь и попробую на дропшот половить тоже. Ну, а всем, кто досмотрел до конца, спасибо. Ставьте пальцы вверх и до новых встреч.
Пока.